даже там, сюда, и футболки, и тарелочки какие-то. Мона Лиза Галилейская ее называют. Полюбуемся этой девушкой. Выйдем отсюда, поднимемся вот сюда, на эту башню. У кого силы будут. Это крестоносцы уже. Отсюда полюбуемся на все четыре стороны света, что отсюда видно. Сегодня дымки нет, очень хорошо, хорошая видимость. Вот это вот на западной части этого Акрополя еврейский квартал. Расскажу вам, как археологи определяют, где жили евреи в те далекие времена. И отсюда с этой башни мы спустимся мимо Римского театра, вниз, вниз, вниз. И вот здесь вот у нас автобус будет нас сюда. Так что так вот мы с вами где-то час. Это церковь крестоносцев, церковь Святой Анны. Покажу вам ее, потом расскажу. Окей, друзья мои, фотографируйте и идемте вниз.